Праздник весны и любви, именуемый в народе Красной Горкой, на отделении теологии решили отметить в торжественной обстановке. Открыл мероприятие заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина игумен Лука. Одним из гостей праздника стал ансамбль скрипачей «Камертон» под руководством Елены Воробьевой. Выступление ребят стало настоящим подарком для тех, кто неравнодушен к живой музыке. Однако на встрече не только слушали музыку и смотрели отрывки из спектаклей. Шел серьезный разговор о самых острых семейных вопросах. Игумен Лука в интервью нашей телекомпании ответил на некоторые из них. Так он высказал свое мнение об усыновлении детей приемными семьями. Кафедра теологии прилагает немало усилий, предлагает различного рода курсы и заочное образование, переквалификации на базе высшего, для того, чтобы люди ответственнее могли выполнять свои различные служения, но важнее всего, пожалуй, и родительское. Также руководитель кафедры теологии высказал свое мнение по поводу возможного появления у нас ювенальной юстиции. Это очень опасное движение с Запада, поскольку предполагает, опять же, разрушение института семьи, который традиционно благодатен в нашей стране, который предусматривает послушание младших старшим, любовь родительскую, искреннее попечение не только о материальном, но и о духовном развитии детей. Если будет безрассудно принято в нашей стране, принесет с собой очень много зла.